Зачем? Зачем? Когда я нахожусь на одном месте больше недели, у меня начинается зуд в каком-то месте, где-то внутри. Болит? Болит. Вот. С другой стороны, у меня настолько много работы и планов, не сделанной работы, что просто так вот сидеть без дела я уже не могу. Я вспоминаю себя в подростковом возрасте или в детском возрасте. Я был лентяй. Я спокойно мог проводить время, свое все время, лежа на диванчике, там читая что-то, или вообще не читая, смотря тупо телевизор. Когда папа меня один раз практически, ну, доведенный до отчаяния, наблюдая за мной, спросил, что ты смотришь телевизор, что ты хочешь увидеть. Я сказал, шевелится там что-то. Вот такое вот абсолютно дебильное восприятие. И, знаете, вот жизнь до